Здравствуйте. Мы начинаем наш вебинар первый. Сегодня будет знакомство и представление нашего проекта, который называется «Рядом с ребенком». Сейчас такой технический момент. Слышно ли, видно нашим участникам наши слайды и видеотренировки? Если хорошо слышно и видно, поставьте, пожалуйста, 2 плюсика. Если не очень, недостаточно, 1. Ну, видно и слышно. Лена. Да. Так, у нас да, видно и слышно, 2 плюсика. Ну, замечательно. Если кому-то совсем плохо слышно, напишите, потому что я вижу 2 плюсика, это хорошая ситуация для вебинара. Не вижу плохой связи, потому можем начинать. Сегодня мы встретились с вами, потому что, наверное, у вас есть подростки, а значит, есть сложности, а может даже и проблемы. Ну и главное, у вас есть актуальные вопросы по вашим детям, по вашим взрослеющим подросткам. А у нас есть определенные ответы и есть опыт, чтобы формулировать эти ответы. Именно поэтому мы создали проект «Рядом с ребенком», который стартовал с важной темы «Подросток и родители». И сегодня мы будем представлять, знакомить вас с этим проектом. Нам очень важно рассказать идею проекта, его цели, такие предметные и, наоборот, более глубинные, стратегические. Нам важно рассказать формат, как мы видим нашу работу в таком онлайн-пространстве, формы работы и более такие тактические задачи, которые мы ставим для этого проекта. Вот. С чего бы я хотела начать, все-таки может немножко связать нас, чтобы мы понимали, на одной ли мы волне. Если вы родители подростков, скорее всего, вас будет беспокоить вопросы, связанные с обучением. Чаще всего снижается успеваемость в этом возрасте. При этом вы можете наблюдать достаточно высокий потенциал интеллектуальный своего подростка, но такая волевая сфера снижается, мотивационная сфера. Также вы можете видеть очень эмоциональную неустойчивость подростка, от вспышек, аффектов до замкнутости такой и ухода в себя. Это возраст, когда очень много ребенок и подросток попадает под влияние компаний, течений и чего-то еще, что может не давать ему принимать свои самостоятельные решения. Это деструкции разные могут быть, девиантное поведение. Но это такие предметные вопросы, они часто волнуют родителей. В то же время, как аналитические психологи, мы бы хотели еще отвечать на более глубинные вопросы, в принципе, на возможность самоопределения для подростка, свободы выбора, чтобы это была личность такая актуализированная, а не зависимая, чтобы видели более целостных своих детей, а не связанных, ну, чтобы они соответствовали каким-то вашим ожиданиям или вообще ожиданиям общества. То есть мы ставим в балансе две очень конкретные вопросы, и в то же время такое развитие способности каждого родителя смотреть на ребенка как на взрослую отдельную личность и давать такое право ему или ей. Следующий слайд, который я бы хотела продолжить, познакомить, это наш логотип, это сердце проекта. Это два сердца. Мы видим, что с самого рождения связывает мать и ее ребенка, это сердцебиение. Естественно, наши дети растут, отдаляются, и вот эта способность быть рядом, ее нужно формировать и развивать. И это тоже одна из очень важных для нас целей – помочь вам быть рядом со своим ребенком.
И сердце всегда символизирует любовь. И потому для нас очень важен весь потенциал любви, который заложен в вас, как родители, в вашей семье, помочь ему открыться. Далее, площадки. Вы видите, что у нас есть... Две площадки – это Фейсбуке и ВКонтакте, где можно узнавать новости, быть в переписке, участвовать в флешмобах. Но самое главное такое приобретение – это наш сайт, потому что он сделан для людей, он очень доступный. И на этом сайте вы узнаете 5 топовых ошибок родителей, их нужно запомнить. Основные вопросы, которые волнуют родителей. Для нас очень важен эксперимент, который мы провели, это запись, как подростки говорят о своих родителях, как они видят воспитание. Это очень трогательное видео, оно, правда, влияет просто в самое сердце для каждого родителя, когда мы видим своего ребенка со стороны. Также мы говорим о том, все ли родители готовы принять вот этот вызов перемен, про возможность развивать свои коммуникативные, эмпатические навыки. Очень многим вопросам посвящен сайт, потому, естественно, приходите, читайте, задавайте вопросы. Он такой очень активный, то есть он сразу вас будет связывать с нами, как с тренерами. Следующий вопрос – это знакомство непосредственное. Я бы хотела представить нашу команду. Это команда аналитических психологов, это прекрасные люди и очень высокопрофессиональные психологи. И весь на данный момент и жизненный, и профессиональный опыт эта команда решила вложить в этот проект, который мы предлагаем вам. Я хочу представиться, себя начать, но я хочу сделать акцент, почему нам кажется такая самопрезентация важна. Потому что, работая с психологом, вы должны доверять. И мне кажется, это вопрос доверия. Мы стараемся быть очень открыты, потому мы будем говорить не только о профессиональном пути, а о наших личных интересах. Нету такой близкого контакта, где ваша интуиция подсказала, там вы или не там. Потому ваши вопросы, ваша готовность узнавать о нас, она только приветствуется. Это правильно, знать, с кем ты работаешь, доверять этим людям, понимать, какой они путь прошли. Вот, мы открыты, у нас есть много постов, у каждого есть свой стиль, вы можете читать в группах. У нас есть профессиональные, в научных журналах издания и статьи, то есть разная информация. Сейчас пространство интернет дает такую возможность. Пожалуйста, будьте в этом активны, чтобы вы понимали, кто эти люди, которые вам решили предложить такой совместный путь. Меня зовут Инна Кирилюк, я юнгианский аналитик, детский аналитический психолог и песочный терапевт. Это все интересы и методы работы, которые использую в своей консультативной практике. Я работаю 18 лет, я работаю в Киеве. За это время я стала кандидатом психологических наук, и я являюсь доцентом кафедры в Национальном педагогическом университете Драгоманова на кафедре практической психологии. То есть достаточно много я уделяю времени преподаванию. Также я являюсь членом действительно Международной ассоциации аналитической психологии, IP. Это очень длинный путь. И еще я являюсь президентом Профессиональной ассоциации детских аналитических психологов города Киева. Руковожу центром практической психологии и многолетний опыт ведения образовательных проектов и авторских семинаров. Но акцент какой я хотела сделать для этого проекта, мой профессиональный путь начинался с службы по делам несовершеннолетних и детского приюта. Я очень много работала с группой риска. Это, конечно, подростки, взрослеющие дети.
Я долго думала, что же такое дети группы риска и что за семьи группы риска. Это не всегда какие-то девиантные или деликвентные, то есть те, которые уже достаточно сбились в пути, сложно восстановиться им. Но часто в эту зону попадают семьи, которые переживают кризис. Это совпадает с подростковым возрастом, потому что его еще называют переходным. И вот этот вот переход, он очень чувствуется в семье. Я наблюдала, что очень часто личные кризисы родителей или возрастные кризисы 35-40 лет очень влияют и обостряются подростковым возрастом. Смены работы, переезды, разводная ситуация. То есть очень часто вот эти вещи совпадают, и действительно семья переживает кризис и очень нуждается в сопровождении и поддержке именно в этот период. И потому мы видим, что подростковый возраст нуждается в таком сопровождении. Вот такой акцент я бы хотела сделать, думая об этом проекте. Далее хотела представить коллегу свою, Елизавету Мост. Здравствуйте, меня зовут Елизавета, я в Москве. Я знаю, что сегодня очень много наших коллег пришло, и я сейчас попрошу вас, чтобы нам понять, какое соотношение сегодня психологов и родителей, но я также знаю, что у многих психологов тоже есть подростки. Но все же, психологи, поставьте, пожалуйста, единичку в чат, чтобы мы понимали, сколько сегодня наших коллег пришло. А родители поставьте двоечку. Родители не психологи. Вот сколько у нас единичек. А двоечки есть у нас? Хорошо. Слышно плохо, да? Но сейчас связь немножко подстроится, фонит вначале обычно. Очень хорошо. Я аналитический психолог, у меня опыт работы тоже довольно большой, и я всю свою практику работаю с детьми и подростками. Это, конечно, специфический контингент детей, а это уже дети, да, уже это такие маленькие взрослые. И очень часто в своей практике я сталкиваюсь с тем, что дети, подростки не хотят ничего рассказывать своим родителям. И в то же время я понимаю, что те вещи, которые они рассказывают на сессиях, они просто обязательны для того, чтобы как-то с ними родители обходились. И группа для родителей подростков была задумана очень давно. Мы ее вели еще 12 лет назад совместно с коллегой. И это очень интересный опыт, потому что родители вместе с подростками проживают тоже этот период, свой второй подростковый возраст. И важно, как они его проходят, и чем они могут помочь подростку, а чем они могут навредить. По образованию я клинический психолог, но дополнительное мое образование связано с аналитической психологией. Также я веду программы для детских психологов, которые тоже обучаются детской психотерапии. И я официальный супервизор, преподаватель профессиональной психотерапевтической науки. Сейчас представится третий наш тренер, это Вероника. Добрый день, меня зовут Вероника Петрова, и я также являюсь аналитическим психологом, но по первому своему образованию я врач. И мой путь в психологию начался именно с работы с подростками, так как мне приходилось читать лекции о половом созревании в школах для подростков. И это меня натолкнуло на мысль о том, что не все, что происходит в жизни подростка, все те изменения, которые происходят с ним, связаны только с психологией. И поэтому я обратилась к психологии и получила второе образование психологическое. И мой опыт работы на данный момент уже 17 лет именно в психологии. И за эти годы я достаточно долго работала
в детских домах, в приютах с подростками, ну и, соответственно, вела частную практику, где ко мне также родители и дети, и подростки. И одно из таких моих еще образований, это, я считаю, основное, это Австрийский институт психотерапии детей и подростков УКИДС. И именно это образование мне также позволило более обширно работать уже с родителями. И я хочу сказать, что в своей практике я действительно очень много уделяю внимания работе с родителями, потому что от того, как строится контакт родителей с ребенком, он зависит и то, как движется директоров российско-австрийского проекта по детской психотерапии, где мы обучаем психологов детской психотерапии. И одним из таких моих еще проектов это работа, также преподавание в высшей школе психологии. И у меня есть волонтерский проект, это работа в следственном изоляторе, то есть это то место, куда попадают подростки, нарушившие закон. Именно работа с этими подростками, наверное, больше всего показывает для меня важность такого проекта, как проекта группы для родителей, потому что, глядя на этих детей, как сильно влияет окружение и взаимоотношения с родителями на тот путь, который они для себя выбирают. И поэтому мне очень хотелось бы, чтобы ваши подростки нашли в вас таких поддерживающих и любящих взрослых, разбирающихся в тех переменах, которые происходят с ними. И поэтому, конечно, приглашаем вас в наш проект, который мы сейчас будем рассказывать вам более подробно. И сейчас я хочу представить следующего нашего преподавателя проекта. Это Елена. Здравствуйте. Я рада вас приветствовать сегодня на нашем вебинаре. И я думаю, что многие меня уже знают по страничкам в соцсетях, а это в Фейсбуке, как активного пользователя, как активного рекламщика нашей странички «Подросток». Вот. И хочу представиться и ближе познакомиться с вами. Меня зовут Елена, фамилия Ломакина. Я аналитический психолог, арт-терапевт, песочный терапевт. И я являюсь автором и организатором различных грандиозных проектов. И воспользуюсь таким случаем, рекламирую один из моих проектов. Это фестиваль песочной терапии, который я организовывала. И он проходил в Киеве. И многие из вас, я думаю, там побывали. Вот, и ну, вернемся к подросткам. Я также занимаюсь одной из деятельностей, которой я занимаюсь, это я психолог-волонтер в Центре социальной реабилитации «Ковчег». И Жанна Григорьевна, директор центра, она должна присутствовать сегодня на вебинаре, по крайней мере, она регистрировалась. И это центр, который работает с детьми от 6 до 18 лет, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах. И так сложилось, что в моей работе я работаю там индивидуально с подростками от 12 до 14 лет. Работая с подростками, я вижу, насколько важно также работать и с родителями подростков. И я благодарна коллегам, авторам этого великолепного проекта, Инне Кирилюк, Елизавете Молостовой, за такую возможность, за то, что они меня пригласили в этот проект. Это такая большая возможность поделиться опытом, знаниями, помочь большому количеству семей подростков, а также родителей подростков. И одна из моих основных ролей, ну, я бы здесь сделала акцент, одна такая роль, это организационная. И поэтому по всем вопросам, организационным, техническим, вы можете обращаться ко мне, писать на почту, которую вы видите на слайде. Это вопрос о том, как зарегистрироваться на страничке в соцсетях, как попасть в нашу группу онлайн, как ее оплатить. И любые другие вопросы вы можете писать на почту, а также на мою страничку в Фейсбуке, либо на страничку «Подростки», на которой администратором тоже являюсь я.
Также мы ждем от вас рекомендаций, отзывов, пожеланий. Мы готовы работать, сотрудничать, исправляться, пользоваться вашими рекомендациями. И добро пожаловать в наш проект. Спасибо. И сейчас мы переходим к нашей содержательной части. Почему же мы выбрали подростков? Да, вот вы сейчас видите на слайдах замечательные лица, очень симпатичные подростки. Но все те, у кого есть подростки или в практике, или собственные дети, знают, что они уж не такие замечательные, как кажется. Но при этом все равно очень прекрасные и красивые. Подростковый возраст характеризуется тем, что подростки выстраивают свою социальную роль, и они очень иногда презентируют себя красиво, да? Они научаются это делать и становятся талантливы. Если мы часто ведем группы для родителей подростков, а потом зовем подростков в конце, чтобы познакомиться с теми людьми, про которых мы, собственно, говорили, все 9 занятий. Оказывается, что это очень милые, культурные, воспитанные ребята. И то, что мы про них слышали, что в головах у родителей, совсем не соответствует тому, что мы видим. Как же такой дисбаланс происходит, удивительно. А подростковый возраст – очень хрупкий возраст. Перед подростком стоят задачи как-то свою личность увидеть, ее презентировать. И очень много стеснений, комплексов в этом периоде. Очень хрупкий возраст. Но при этом очень мощные защитные механизмы. Да? Все родители, все взрослые знают, что подросток – это тот ребенок, который говорит: «Нет, мне не надо, нет, я не хочу, то, что ты говоришь, там глупо, это все устарело, мы современные». Ну, известные проблемы, наверное, для родителей, да, мотивация к обучению снимается, снижается, подросток говорит, что он все сам одни двойки, голый ходит на улицу, в майках, мальчики особенно это любят делать, никак не одеть, простывает, везде спорит, в общем, целый букет проблем испытывают родители. Да, но при этом очень сильно подростки зависят от окружения, от того, как их родители видят, как воспринимают вот эти все сложности, которые прям вываливаются в семью. И семьи, к сожалению, очень мало обращаются за помощью или же обращаются в том ключе, что ведут подростков на терапию. Подростки часто не мотивированы к работе. Это один из тех возрастов, который совсем не хочет ходить к психологу, в отличие от детей помладше и детей постарше. Дети помладше любят, да, поиграть, когда им уделяют внимание. Подростки, наоборот, прячутся от взгляда. Да, и вот эти походы к психологам они воспринимают, ну, вы сами знаете, да, что у психи ходить. Да, поэтому вот через родителя очень много можно сделать именно с этим возрастом и с отношениями в семье. От этих отношений подросток выравнивается, если они благополучные, и переходит через свои кризисы последовательно, шаг за шагом. И как раз группа для этого полезна. Еще то, что мы, с чем мы столкнулись, вот мы по 15-18 лет работаем, в течение времени многие психологи отказываются от работы с детьми в принципе и с подростками в частности. Очень мало специалистов продолжают из года в год с ними работать. Вот мы как раз те люди, да, которые собрались и объединились, чтобы все свои знания, которые мы получили за долгий опыт нашей работы, вот, вложить в этот проект. Чтобы родители были такой надежной опорой, надежной границей своему ребенку. Дальше у нас. Смотрим, что у нас. Можно сказать о том, какие мы специалисты. Надеюсь, что убедили вас в нашей такой хорошей. Но мы, кроме того, еще и мама подростков. И все эти вопросы, наверное, не случайно поэтому возникла эта группа, потому что мы так же, как и вы, решаем эти сложные вопросы вместе со своими детьми. Мы также ищем какие-то нестандартные решения, какие-то необычные ответы,
мы пытаемся найти какой-то особенный путь для наших детей. И, конечно, учитывая то, что мы специалисты, мы много читаем, мы ищем какие-то знания в интернете, мы ходим на всевозможные обучающие программы. И поэтому тот опыт, который мы накопили, он уже достаточно такой немалый, он не только профессиональный, он еще личностный. Конечно, поэтому нам хотелось этим опытом с вами поделиться. И у меня есть уже выросшие дети, и я думаю, что если бы тот момент, когда они были подростками, существовала такая группа, и я могла бы в ней участвовать, то думаю, что, наверное, тогда бы я не сделала каких-то ошибок и могла бы учиться на опыте других людей, как-то это обсуждать, узнавать, и, наверное, это было бы легче. Сейчас уже, растя следующего своего подростка, я, конечно, уже опираюсь на тот опыт, который был у меня, но мне, конечно, очень было бы важно, и я думаю, нам всем, мамам, нам тоже было бы важно услышать, как это происходит у вас, поделиться тем, что есть, тем, что накопили мы сами, и чтобы эта группа была такой обучающей, но и в то же время группа такой, где было бы свободное поле обсуждения тех проблем, которые переживаем мы, взрослые, когда наши дети взрослеют. И я сейчас хотела задать вам вопрос. Прислушайтесь, пожалуйста, к себе и подумайте, какая ассоциация у вас возникает при слове «подросток», «подростковый возраст». И поделитесь, пожалуйста, своими ассоциациями в чат. Подросток, подростковый возраст. Какой образ возникает, какая ассоциация приходит? Росток. Росток. Несуразность. Хорошо. Бунтарь. Порох. Порох. Хорошо, если есть еще у кого-то ассоциации, пишите, а я продолжу наш вебинар. И у нас этот возраст подростковый связался с велосипедом, с брошенным велосипедом. И этот символ вы можете наблюдать уже на страничках в соцсетях, в Фейсбуке. Мы его периодически уже поставили на ножки, украшаем, там, подготовились к Новому году. Вот. Почему именно велосипед? Скорость. Почему именно велосипед, брошенный велосипед? Возможно, потому что основной вопрос, который возникает при подростке, при работе с подростками, подросток говорит о чувстве брошенности, о внутреннем чувстве одиночества, хотя вокруг может быть много людей. Вот, поэтому, возможно, и появился такой образ брошенного велосипеда. Еще подростковый возраст, он ассоциируется с велосипедом, скейтом, роликами, с тем, что дает свободу и скорость. И, возможно, именно в этом возрасте возникает такое непреодолимое желание стать свободным, принимать самостоятельные решения, отделиться от семьи. Возможно, и поэтому у нас возник такой символ велосипед. Ну, спасибо, да, за ваши ассоциации. Теперь я немножко расскажу, почему мы выбрали онлайн-пространство. Ну, во-первых, конечно же, это то место, где находятся большую часть свободного времени наши дети, наши подростки. Но также вторая вещь, которая нас подвигла на этот проект, что многие родители обращаются к нам, не имея возможности ни приезжать сами, ни возить детей. И особенно в последнее время это стало очень актуально. Поэтому мы решили, что раз все равно очень большую часть времени взрослые проводят в Фейсбуке, ВКонтакте, в других социальных сетях, почему бы не использовать это замечательное пространство для того, чтобы помогать себе, своим детям
Тем более оно сейчас такое актуальное. Для нас это тоже впервые, потому что поскольку мы все-таки психологи, мы привыкли работать лично, но наш тренинг, который мы разработали, он все-таки позволяет с помощью различных механизмов такой эффект присутствия очень сильный поддерживать, и нам, конечно, в этом будут тоже помогать социальные сети. Следующее, что важно, что довольно большой охват. Могут быть родители разного возраста, в разных городах проживающие. И что немаловажно, родители которых никогда в жизни невозможно вытащить на очные консультации. Мы с такими тоже встречаемся. Например, всегда будет только папа. Или всегда будет только мама. Или родители пришли, привели ребенка, и он ездит сам. И родители мы вообще никак не встречаем, не видим, не можем поговорить. Да, вот это онлайн-пространство как раз для тех родителей, которые могут оставаться такие инкогнито. Они могут слушать, могут включаться, могут не включаться. Но работа все равно будет проводиться, если они посетят группу от начала до конца. Следующее, что важно в онлайн-пространстве, то, что мы никак в нем не ограничены по времени. Конечно, у нас будет определенное время нашего эфира, но так же, как сегодняшний семинар, он будет в записи, так же будет запись и наших лекционных вебинаров, которых будет 8. Они будут выстроены по разным совершенно тематикам, но очень актуальными для подростков и для семей подростков. И если кто-то не успел или опоздал, или что-то не получилось, то в течение 48 часов человек сможет получить запись, ее прослушать, присоединиться к той теме, которую эту неделю мы прорабатываем и проходим. Также, если вы выберете определенный там, пакет наших тренингов, то вы еще будете в соцсетях каждый день как-то с нашими комментариями, с вопросами тоже поддерживать ту тему, которую мы на данном этапе прорабатываем. Это тоже важно, потому что многие подростковые семьи сталкиваются, во-первых, с одними и теми же сложностями, а во-вторых, иногда на какие-то темы вообще не смотрят. Да, они могут быть очень ресурсными для подростка. Поэтому мы так подобрали тематику, чтобы вытащить и ресурсы семьи, да, и сгладить какие-то болезни. Поэтому мы выбрали на этот тест. И когда мы создавали проект, то мы выделили несколько таких важных целей, ну, на наш взгляд. И одна из или задач. И одна из таких важных задач, как нам кажется, это информировать родителей о том, что происходит с подростками. А почему это так важно? Ну, потому что мы знаем, что если предупрежден, значит вооружен. Такая известная пословица. И поэтому мы хотим, конечно, чтобы родители были вооружены вот теми знаниями, которые есть уже сейчас в мире о подростках, и они подходили как-то с детьми уже более квалифицированно, да, наверное, как-то осознанно. Ну, например, сейчас очень хорошо исследована там, работа мозга подростков. Да, известно, что многие те процессы, которые происходят в жизни ребенка, они связаны не с тем, что он там вредный, у него другой характер, да, а с тем, что просто его нейронные связи так устроены в этот момент, да, что основная часть вообще его мозговой деятельности приходится на такой, скажем, такой древний мозг, то есть на эмоциональную сферу, да, и поэтому он сейчас реагирует на, казалось бы, простые какие-то вещи, бурно эмоционально, как хлопает дверями, на какие-то обычные просьбы возникают совершенно какие-то неадекватные, как нам кажется, ответы, да? И это как раз связано зачастую с тем, что и мозг подростков функционирует сейчас очень неслаженно, да, то есть очень как бы дисгармонично. Представьте, тоже тяжело в это время. Тут вот знаний, таких открытий достаточно много. И это помогает нам, родителям, тогда уже думать как-то по-новому, не стереотипно, да, выбирать какие-то новые решения. И мы будем информировать не только о том, как устроен подросток, да, но и о том, как устроены мы с вами, сами, мы родители, да, о том, что мы зачастую реагируем на многие вещи
определенным стереотипом, так как нас когда-то выучили в детстве. Да, и мы несем эти стереотипы по жизни. И вот также мы будем узнавать о том, что это за стереотипы, как поломать это или как изменить это. То есть мы будем узнавать о том, как нам обращаться к своим чувствам. То есть это будет очень много такой информации, которую мы будем стараться вам давать. И эта информация, я надеюсь, что поможет отнестись к этому возрасту более серьезно и, может быть, так, с пониманием. Потому что это действительно такой возраст, когда ребенок уже считает себя взрослым, но таковым не считается. И вот недавно мы попались как бы последняя конференция ВОЗ, на которой обсуждались как раз вопросы детства. И там один из таких важных вопросов был то, что сейчас у подростков половое созревание идет гораздо быстрее, чем раньше. Но при этом период такой опеки, такой как бы связанности с семьей и невозможности еще что-то решать, он удлинился. И тогда получается, что подросток уже физически, ему кажется, что многое может, но он все еще находится под такой нашей сильной опекой, и это, конечно, вызывает у него тоже протест. И, конечно, очень многие реакции связаны с этим. О том, как с этим обходиться, надеюсь, мы тоже сможем с вами обсудить, решить и найти эти возможности во время встречи. Спасибо. Немножко потерялись. Интересно слушать коллег. Следующая наша важная задача этого тренинга – это обучение, именно обучение различным моделям поведения. Да, мы хоть и аналитические психологи, но мы понимаем, что в этот период очень важны поведенческие вещи, когнитивные, да, то, как мы знаем о том, что происходит, это помогает родителям и детям договориться. Подростковый возраст, безусловно, кризисный. И, конечно, этот кризис такой важный для семьи. И то, что работало раньше в системах воспитания, оно в подростковый период перестает работать. Особенно если воспитание до этого было с какими-то сложностями или стрессовыми ситуациями, или травматичные какие-то вещи ребенок проходил, то подростковый период, если там что-то спало в подростке, то с его нарастающим самоощущением, такой какой-то актуальной для него самопрезентации, все эти вещи будут все больше и больше в нем как-то возрастать, сопротивление, если он чувствовал давление раньше, и он будет бунтовать. В аналитической традиции одним из признаков таких является, что чем семья симбиотичнее, да, чем она в таких очень эмоциональных, сильных связях, тем больше подросток бунтует для того, чтобы вырваться, да, чтобы получить свободу. И эти вещи тоже нужно учитывать и какую-то в семье формировать атмосферу, чтобы подростку можно было и вырваться из семьи, приходить обратно, получать насыщение и какие-то эмоции проходить. В этом нам могут помочь психоаналитические различные теории, которыми мы все тоже полны. Следующее, что важно, это то, что чтобы что-то изменилось, нужно этим прицельно заниматься. Поэтому мы вот выбрали такие темы и будем всячески мотивировать родителей, чтобы они в эти темы включались и их прорабатывали со своим подростком, в своих семьях. Потому что очень часто бывает так, что подросток вспылил, он что-то сделал, там разбил, что угодно. Или там два получил по всем предметам четверти. Родители забеспокоились, да, они пришли к специалисту, а потом все прошло, и родители успокоились и больше не стали делать ничего. Вот очень важно, чтобы был определенный период времени, когда прицельно родители работают над тем, чтобы отношения изменились. Мы решили, и по опыту это такой достаточный срок, чтобы это было 2 месяца. Да, тем, кому там недостаточно, могут еще проходить тренинг, но обычно, если родители
очень включены, то два месяца – это тот срок, когда система может начать изменяться. И это очень важно. Поэтому вот мы призываем заниматься тем, чем вы решили заниматься, если вы дальше. Спасибо. Следующая цель – это сопровождение. И это достаточно практическая цель, потому что любое изменение – это стресс для психики. И психика человека реагирует на новое, неизвестное, всегда сопротивление. Включаются наши знакомые защитные механизмы психологические, которые долгое время нарабатывали, что нас удерживает от стресса. И на любое новое, даже если мы считаем, мы знаем, что это хорошее, психика может отторгать и выбирать больше стабильность и адаптированность. Это очень часто мы замечаем на самом таком бытовом уровне. Приведу пример. Все знают, что правильное питание, физические упражнения – это очень хорошо. Что нужно встать, выпить фреш, сделать зарядку. Ну скажите, какое количество людей так поступает? Это очень известная информация, но вот сделать свой день по-новому, его начать, делать изменения – это достаточно сложно и удается немногим. И это связано с волей, временем и таким сопровождением. Дальше я бы хотела привести цитату Хиллингера, Берта Хиллингера, который говорит, что вообще людям намного легче страдать, нежели изменяться. И он говорит, чтобы быть счастливым, нужно иметь мужество. И мне кажется, сопровождение – это именно про вот это мужество. Очень часто на своих консультациях и я, и коллеги, мы видим, как родители используют свои защитные механизмы. Ну, говорят, начинают рационализировать. Ну, вот, мы всю информацию получили, мы все делаем, мы действительно все делаем. И любой наводящий вопрос, ну, говорит, что это достаточно такая формальная включенность, ну, чтобы не ругали. Или по-другому это выглядит, такое смещение. Но я вот хожу в группу, я обучаюсь, значит, результат будет сам, предполагается, разумеется. Я же делаю усилия, но эти усилия нужно действительно переводить в навык, потому что можно получить информацию, можно и активно пользоваться короткая, как кратковременная память, в часть времени, и дальше она опять уходит, рассеивается, и она не влияет на стиль поведения вашего, и вы действительно не приносите никаких изменений. Потому мы видим, что вот такое пошаговое сопровождение дает возможность пройти под мягким контролем эту переходную зону. Мы будем в этот период формировать вашего взрослого, ну то есть какую-то взрослую часть, которая внутри вас есть, которая будет успокаивать вашего ребенка, потому что все знают, что подростковый возраст – это возраст обиды, всегда подростки на что-то обижены. Но я очень часто замечаю, всегда и родители обиженные. То есть они, у них всегда есть причина обидеться на своего подростка, на жизнь. Ну и вот вообще это вот такое чувство, когда мы очень много вложили в детей, и в этот период хотим уже результатов, плодов, а получаем антирезультаты. И вот это вот ощущение какой-то неблагодарности. И тут очень нужна поддержка и такое отзеркаливание, которое дает возможность больше понимать возрастные особенности и меньше впадать в самокритику. То есть вот это ощущение заинтересованного и знающего профессионала дает ресурс для новообразования. Вы будете, что такое сопровождение? Оно включает написание отчетов, возможности обратной связи и постоянный контакт с куратором. То есть это такая достаточно хорошая связка у вас будет с специалистом. Это всегда будет давать ощущение плеча, присутствия, что вы не одни на этом пути. Следующий слайд, пожалуйста.
Я, как всегда, буду кратко. Я знаю, что сегодня на вебинаре присутствует очень много психологов, и вы, как никто другой, знаете, насколько важна поддержка в вашей работе. И поэтому один из рекомендуемых форматов участия в нашем проекте мы предлагаем премиум-группу. Это участие в лекционных материалах, то есть в наших вебинарах, и выполнение уже заданий с куратором группы в отдельной закрытой группе, малой закрытой группе в соцсетях по 8-10 человек. И это такое пространство, где участники, выполняя задания совместно с другими участниками, совместно с куратором, делятся своим опытом, делятся своими чувствами, делятся своими удачами, неудачами по поводу выполнения этого задания. Это такое пространство, где возможно получить обратную связь и найти совместное решение проблемы или создавшейся ситуации, уже которая подходит именно для вас и вашего подростка. И сама группа будет обогащать вас. Спасибо. И опять же, учитывая, что у вас достаточно много среди тех родителей, которые к нам обращаются, да, это зрелые родители, психологи такие. Но мы хотели бы сказать не только о том, как наш проект может быть полезен родителям, но и то, как он может быть полезен психологам, работающим с подростками. Я знаю, что очень часто к подростки попадают на психологов, например, в школе, да, потому что ну, они что-то делают, как-то нарушают правила поведения, и какие-то у них возникают конфликты с учителями, и тогда их направляют на работу с психологом в школе. Но мы также знаем, что 50% успеха зависит от того, насколько психолог включен в работу и в взаимодействие с родителем. Потому что, конечно, кто больше всего находится с ребенком дома, кто лучше знает вообще его привычки, кто лучше знает про его особенности характера, конечно, родители. И на взаимодействие с родителем как раз у психолога зачастую не остается просто физически времени, особенно если это в условиях какого-то учреждения, там, школы или центра, да, такого социального. И поэтому, образовываясь в нашей программе, родители могли приходить к психологу с какими-то конкретными вопросами, с какими-то конкретно поставленными задачами. То есть в данном случае такое взаимодействие психолога и родителя, оно будет более четким, более направленным, потому что родитель уже будет знать, о чем ему спрашивать, о чем говорить с психологом. И также мы думаем, что наш проект будет полезен в том плане, что психологи смогут получать информацию непосредственно на наших площадках. Да, то есть в сайте у нас есть специальный такой раздел, где психолог может с вопросом или установить какую-то ту или иную форму сотрудничества с нами, и тогда, возможно, психологи будут получать или какие-то информационные материалы, это может быть какая-то теоретическая часть, может быть какой-то видеоматериал, возможно, что те психологи, которые будут нам направлять конкретных разговоров, в виде каких-то стендов или распечаток, то есть эти формы, они у нас в процессе такого как бы разрабатывания, да, и они такие лобильные, да, то есть их можно, это не какие-то жесткие, да, то есть я думаю, что это индивидуально, и мы можем выбирать те особенные формы для того, чтобы помочь психологам, работающим на местах, особенно если это где-то в глубинке, да, где действительно реально, просто я знаю по опыту, например, работая там с психологами детских домов, да, что реально по опыту знаю, что им просто некуда обратиться, да, чтобы как-то повысить свою квалификацию или чтобы просто получить поддержку в отпаде. Мы надеемся, что вы будете заходить к нам на сайт, на нашу площадку, и также будете получать эту поддержку. Что мы предлагаем? Мы предлагаем участие бесплатное в наших социальных группах, в социальных сетях. Пожалуйста, пишите нам какие-то проблемы, которые актуальны. Мы будем их освещать некоторыми постами и, возможно, опросами других родителей. Если вы постоянные участники, вы видите, что некоторые темы очень
поддерживаются родителями, а некоторые совсем почему-то никакого эффекта не вызывают. Вот здесь, кому какая социальная сеть больше нравится, да, вы выбирайте и присоединяйтесь, всех приглашаем. Следующее, что мы планируем делать, это мы планируем делать вебинары. Вот у нас сейчас планируется 4 вебинара в ближайшее время. Вебинары у нас будут как платные, так и бесплатные. Они будут стоить совсем мало, $5, если вы приходите к нам очно, да, то есть как сегодня, и $10, если вы хотите получить запись. Запись вы потом сможете использовать. Например, если вы какую-то тему хотите раскрыть там, для родителей, это очень будет полезная информация. Будет двухчасовые такие лекции, но будут все теоретические и практические аспекты освещать. Вот следующий вебинар у нас будет во вторник. Он будет вебинар, посвященный связи медицины, то есть физиологических различных механизмов и эмоциональности подростка. На самом деле очень много зависит у подростка от его физиологического состояния. Да, как он спит, что он ест, мы все знаем, что подростки любят есть. Там чипсы, попкорн и Макдональдс, да, и вот как это все соотносится с его эмоциональностью и его реакциями, да? Вот Вероника врач, она будет рассказывать о многих медицинских аспектах, да, как стрессовые тоже различные влияния. Но есть у нас на сайте, можете чуть-чуть поподробнее посмотреть, мы вас приглашаем. А в следующую пятницу будет семинар Инны Кирилюк, она будет, Инна будет в следующий вторник, то есть через вторник. Инна будет рассказывать о сексуальности развивающейся, да, у подростков. О чем родителям стоит разговаривать с ребенком, а куда вообще лезть не стоит, потому что если родитель в эти области полезет, то и то малое, что ребенок говорил, он говорит перестанет. Да, вот об этих вещах будет Инна рассказывать. Также мы будем рекомендовать некоторые фильмы, которые полезно смотреть подростку, ну, вот именно развивающейся сексуальности. Будем затрагивать тему мастурбации, половой идентификации, первой влюбленности. Все эти темы очень актуальны бывают для семьи. Следующий у нас будет вебинар, на сайте опять же есть даты, он будет посвящен, ну, такой актуальной теме подростков и компьютеров. Да, в какой момент все-таки родителю стоит бить тревогу и как бороться с компьютером, а в какой момент стоит вот эту свободу, там же компьютер со свободой ассоциируется у ребенка, стоит уже предоставить, но как требования удерживать, граница будет вебинар освещен. Частично эту тему освещает именно в видеорекомендациях. Я надеюсь, что вы все уже к сегодняшнему моменту их просмотрели, раз к нам пришли. Но вот мы будем дополнять каждый раз и углублять эти темы, которые мы затрагиваем в наших вебинарах. Поэтому приходите к нам на вебинары. И последний вебинар, который планируется, будет Лена делать, Ломакина, она будет как раз освещать тему подросткового одиночества. Мы не зовем подростков, это тема только для родителей, да, чтобы родители понимали, ну, каких реакций, что ждет ребенок, да, как вот с этой темой обходиться, потому что, ну, если в своем подростковом возрасте покопаться, то вам тоже можно найти, да, вот эти мотивы. Подростковый возраст, он очень вот такой возраст риска, да, мы знаем, что 1/3 суицидов или там мысли о суициде тоже в подростковом возрасте, и подростки говорят именно об одиночестве, о том, что они это могут сделать, и пугают родителей, да, об этом тоже будет вебинар у нас на плане. Тоже есть анонс на сайте. Последний вебинар будет бесплатный, тоже приходите к нам. Деньги, которые будем получать от вебинаров, они небольшие, они будут идти на наше техническое оснащение, потому что мы, конечно, психологи, и во все техники, но тоже нам нужно все это обеспечить. Поэтому присоединяйтесь к нашим вебинарам, будет много информации. Такой формат будет позволять вам задавать вопросы. Сегодня мы немножко... сами разговаривали, да, но мы все-таки хотели бы общаться и какие-то ваши проблемы и сложности тоже слушать и делиться своим мнением.
Ну и последнее, что очень важно для нас, то, что мы выпускаем сегодня, это наш продукт, да, группа для родителей подростков. Мы приглашаем родителей, которые сегодня пришли, а также призываем психологов, чтобы приглашали нам родителей. Нам очень важно запустить эту группу именно в онлайн-пространстве. Это для нас впервые. Сегодня такой день рождения этого проекта. И нам хотелось бы, чтобы вот этот подросток наш, да, потому что уже не ребенок, у нас есть опыт ведения этой группы, но вот в онлайн-пространстве это впервые. И у нас три формата участия в этой группе. Первое – это лекционная часть. Лекции у нас будут по различным темам. Это и мотивация, такая лекция, и ответы на вопросы, и случаи из практики, да, как лучше, как простроить различные стратегии. Это будет и мотивация к учебе, и различные подростковые группы риска, да, которые есть. И как границы подростка выстраивать, и про то, как ресурсы, как ресурсные части подростка не заморозить, да, не навредить. И о том, какие стратегии родительские являются такими непоказанными, да, для подросткового возраста, какие наоборот могут ему помочь раскрыть свой потенциал, не быть нервным, не быть там изгоем в классе, да, чем родитель мне что-то помочь. Ну и многие другие медицинские вопросы мы также освещаем. А вот лекционная часть. У нас сама по себе очень важна. Да, вот я уже говорила про то, что каждая лекция будет таким включением в определенную тему. Вы будете думать про эту тему всю неделю, какие-то там вопросы, акценты задавать, будете смотреть, как у вашего ребенка. Наверняка что-то увидите новое, что-то наоборот вас там расстроит, что-то порадует. Но мы будем пытаться делать это в таком, может быть, иногда игровом ключе. Вот у нас одно из заданий было на группе, это слепить снеговика вместе с подростком. Да, вот можете ли вы, таких ли вы сейчас отношениях со своим подростком, чтобы выйти на улицу и слепить снеговика? Или он вам скажет, там нет, тут полно дел, папа вообще занят. Что же так? Можете ли вы что-то вместе создать, чтобы это было игрой между вами? Не обязательно, конечно, что снеговика. В общем, разные у нас будут идеи, да, в группе, и будем думать о том, что мы делаем вместе с детьми. Следующее, что мы рекомендуем, потому что все-таки онлайн-формат, это вот эта лекционная часть, о которой мы говорим, плюс ежедневная поддержка в соцсетях. То есть вы будете каждый день что-то писать. Что-то получилось у вас, что-то не получилось, какие вопросы. Мы будем все вчетвером, у каждого будет свой закрепленный специалист, но мы все вчетвером будем участвовать. И это очень важно, чтобы эту поддержку вы получали, как Инна говорила, да, потому что одно дело знать теорию, а другое дело ее применять на практике. Именно вот эта группа позволит нам вот этот онлайн-формат скрасить, да, сделать похожим на живой, потому что вы будете каждый день тоже присутствовать. И последнее, это VIP-группа, это для тех людей, которые... Возможно, нуждаются в более такой сильной поддержке, возможно, какие-то очень сильные конфликты в семье, недостаточно вот того, что мне перечислено вручали, и тогда вы выберете себе специалиста, одного из нас, троих, и этот человек будет вас консультировать еще дополнительно в течение этого времени. Это тоже эффективный метод работы. И сегодня у нас день рождения, как мы сказали, поэтому к тем ценам, которые вы видите на стандартную премиум-группу, у вас будет еще скидка 1500, по российским деньгам, и 350 гривен, если вы из Украины. Сейчас цены, они меньше, в течение трех дней они будут меньше, пока не будет следующего вебинара. И мы приглашаем вас, если вы заинтересованы в участии в этой группе, то оплачивать и записываться к нам. Поэтому слайд у нас высокий.
Наши контакты. Пожалуйста, заходите на наш сайт с ребенком инфа. Пока еще он новенький, его не знает Яндекс. Поэтому, если у вас есть возможность, заходите, пожалуйста, через Google. И все у вас откроется, и все вы увидите. На сайте мы обновляем всегда информацию. Вы будете знать о всех наших программах, о всех наших вебинарах. Подключайтесь. Группа в Фейсбуке, я думаю, вы все знаете о ней, группа ВКонтакте тоже. Большинство из нас пришло из этих групп, потому что мы объявили о вебинаре только вчера, сегодня вы с нами. И Лена вам говорила о том, что она нас ваш организатор, эта почта с ребенком, gmail.com, она доступна, любые вопросы, пишите. Я бы хотела добавить, возможно, у вас есть какие-то вопросы по нашему проекту. Пожалуйста, вы пишите в чат, и наши специалисты вам ответят. Приятно написали, что у подростка одного из слушателей, да? Тоже день рождения. У нас день рождения совпали. Хорошо, задавайте свои вопросы. У нас есть несколько минут. Мы ответим по проекту, если они есть. Очень согласна. Разрешенная мама – это самый лучший подарок для подростка. Слышно. Хорошо, тогда, наверное, пришло время прощаться, идти к нашим подросткам, как-то их обнадежить, что все будет хорошо, и мамы тоже будут. Так, один вопрос поступил. Правильно я поняла, что новые группы будут набираться каждые 2 месяца? Ну, скорее всего, да, периодичность мы точно не можем каждые 2 месяца, но набор групп будет идти, возможно, каждые 3 месяца. Потому что группу нужно довести, проанализировать и какое-то время этому завершению посвятить. Ну да, группы будут набираться. Но вы тоже не откладываете, потому что, как известно, когда человек что-то откладывает, он очень часто к этому не возвращается. Да, если уж вы пришли, если эта тема вас коснулась, вы встретились с ней в нашем сегодняшнем вебинаре, то, возможно, это такой, какой-то шаг к тому, чтобы начать и двигаться дальше. Вот еще хороший вопрос мамского сообщества. Да, Лиза еще говорила, одна наша была мысль, почему важно, чем хорошо онлайн-пространство, потому что это вообще могут быть семейные просмотры. Ну, например, видео, которые мы предлагали, наши клиенты и друзья говорили, что мы смотрели с семьей и потом обсуждали. И дети конкретно родителям говорили, вот тогда ты сделал то-то, а тогда это было не общение, а именно нотации. Ну, в общем, получилось какое-то такое живое общение. Но мы еще видим возможность смотреть в паре, чтобы это была мама и папа. Потому что особенно важно в семье поддержка друг на друга в этот период, чтобы хорошо работала родительская пара. Для подростка очень важен отец и отцовская функция, особенно в этом возрасте. Материнская любовь, поддержка, нянчение, вот такая опека, она уходит на второй план, она остается в детстве, и фигура отца становится очень значимой. Поэтому мы будем поддерживать парное участие в таких группах. И это формирует пространство в семье думать о своих детях. Мы как-то внутри привыкаем думать, но резко в парах с супругами обсуждаем, какой наш сын или куда двигается наша дочь. Нам кажется, это... Сейчас я
Для пап в соцсетях будет специальная группа для пап. Если мы, конечно, наберем достаточное количество пап. И сейчас, если вы покупаете какой-то из пакетов, вам просто нужно указать, что еще папа участвует. И у папы будут отдельные, совершенно не похожие на мамские задания. Потому что папа действительно совершенно иное существо. Подростка, очень уважаемое, обожаемое, ну и уже конфликтное. Но это тоже отдельное, конечно. Спасибо за вопрос. Мы готовились про это рассказать, но поскольку у нас тоже женщины хотят сообщить. Но мы очень ждем, очень приветствуем. Пока у нас с папой. И что интересно, наш опыт показывает о том, что папы как-то мало включаются, но очень эффективно. Вот первая обратная связь, которая появилась именно от папы. То есть папа настолько пережил сильные чувства, что важно ему было поделиться. Еще онлайн-пространство – это в какой-то мере мужское пространство, и они намного легче мужчинам брать информацию именно в такого формата. Реже папы приходят на консультации, но намного больше читают, больше смотрят, больше обрабатывают информацию. Поэтому, в принципе, мы надеемся, что папам это подойдет тоже. Хорошо, спасибо. Спасибо, что вы пришли, поддержали наш проект. Ждем вас на наших следующих вебинарах, тренингах. Через наш сайт вы можете к нам записываться, встречаться. Ждем вас. До новых встреч. Да. Мы будем прощаться. До свидания. Хочу попрощаться и сказать, что мы верим в вас и в потенциал вашего подростка. Ну, а я с вами всегда в соцсетях. Я надеюсь на скорую встречу. До свидания.